отцу. Написал Вячеслав Кольцов, 13 лет, город Биробиджан. Герои моего времени. Стихотворение называется «Дедушкам и бабушкам посвящается». Думал стул на склоне леса, он не нужен никому, потому что очень долго нет хозяев в этом мире. В тихой хате вспоминаю, как был молод, силен и выдерживал нагрузку долго он. Он помнил тепло, ласки хозяев, шум детворы, на парке катал, жил не спеша. Знал всегда, что есть семья, не состарится, не страшно. От заботы от ремонта даже старый станет краше. Но случилось то, что никто не ждал. Старый дом и старый стул ненужным стал. В нашей жизни верой, правдой, семьей служат старики.